Всем привет! Вы на канале у Джулии Кири. Я хочу показать мои всходы баклажанов и перцев, которые я завернула вот в такие самокрутки. Значит, вот тут вот у меня баклажанчики, видите? Здесь уже даже у некоторых появляются вторые листочки. Вот видите, они такие небольшие, не вытянутые. И вот это мои перчики. Кстати, хочу сказать, перцы у меня были посажены из самых дешевых семян. Сорт «Калифорнийское чудо». И тоже видите, какие они у меня красивые и хорошие. И сегодня я хочу их рассадить уже в отдельные пеленки. Потому что рассада довольно-таки хорошо подросла. Питания здесь ей уже нету. И поэтому покажу, как это сделать. Значит, соответственно, что нам для этого понадобится? У меня вот такие вот пакетики я использую. Вот. Например, вот беру один пакетик. Он вот такой вот сложенный. Ну, высоты, вот если сравнивать, вот видите, детское питание вот чуть больше. Соответственно, высоты. Ну, и длина у него идет, соответственно. В него мы будем непосредственно заворачивать нашу рассаду. Итак, давайте начнем с баклажанов. Потому что они у меня уже переросли, если честно, уже давным-давно надо было рассаживать. Но, как у нас обычно бывает, на это времени нет. Вот, итак, разворачиваем наши баклажанчики. Смотрим, что у нас там получилось. Видите, как бы минус единственный заклейки строительным скотчем, то, что вот пакетик придется рвать. Ну, в принципе, я туда не лазила, не смотрела. Вот. Ну вот смотрите, что у нас получается. Смотрите, какие длинные корешки у них. Видите? Вот он баклажанчик, и вот он аж сюда корешок идет. Вот он аж сюда корешки идут. Вот. Но мы сейчас будем брать по одной штучке. Я вам буду показывать, как сажать. Взошли, как вы видите, не все. Видите, взошли далеко не все. Какие-то только-только всходят. Но ничего, нам этого, в принципе, достаточно. Больше нам и не надо. Так, так вот их укладываю в стороночку. Чуть-чуть вот сверну, чтобы... И вот возьмем мы вот этот вот самый первый будем брать. Он хороший. С листочками. Так, что мы делаем? Значит, мы берем пакетик. У нас подготовленная влажная земля уже есть. Ее мы насыпаем. Так вот, я сыплю 1-1,5 ложки. Вот так вот. Беру дальше. Очень аккуратненько наш баклажанчик укладываю его вот сюда вот, сильно его не заглубляйте, вот так вот достаточно будет, и присыпаю 1 ложкой земли сверху. Земля должна быть влажная, можно даже сверху немножко вот так вот пролить, чтобы лучше закручивалось и ничего не выпадало. И, соответственно, аккуратно, вот так вот ручкой подгибая, мы начинаем их заворачивать. Плюс данного метода в том, что экономит место. У меня уже, если честно, на подоконниках ставить некуда. А здесь у нас экономится место, и наша рассада растет. И вот получается вот такая вот у нас штучка. Вот, видите, сбоку, соответственно, я заклеиваю скотчем строительным и на нем пишу, что это у меня за сорт. И, соответственно, со следующими продолжаем в таком же духе. Ну вот, посмотрите в итоге, что у нас получилось. Видите, я использовала пакет из-под молока. Разрезала его, отодвинула вот эти вот краешки. Вот видите, по краям.
И сюда поместила наши самокрутки, или некоторые называют, посадила в пеленки. Вот, у меня здесь вошло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 штук. Здесь у меня баклажаны и перцы, которые я уже, как вы видите, рассадила. Очень удобный способ для хранения пространства. Видите, как много у меня поместилось вот в таком небольшом пакете. Удобно ставить на подоконник. И, соответственно, они будут здесь расти. Значит, что у нас по уходу? Сейчас мы прольем их. Каждое растение проливаем сверху. Пока оно маленькое, мы их льем сверху. Как только они у нас начинают расти, соответственно, у них корневая система увеличится, мы уже будем лить, ну, в дно нашего пакета. И оно будет питаться оттуда. Где-то через недельку, полторы, как только вы увидите, что начнут появляться следующие листочки, мы можем уже с вами совершить подкормку наших растений. Вот. Ну, а пока они будут вот так вот стоять. Так. Итак, если вам было интересно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а дальше будет еще больше интересного. Ну, а пока.